Здравствуйте! Я приветствую всех своих подписчиков моего канала и кто ищет способы заработка в интернете. Я уже неоднократно выкладывал такие более надежные проекты, на которых можно зарабатывать. Это рекламные инвестиционные проекты. А сегодня я хочу вам предоставить очень такой уникальный проект. Это компания, которая предлагает зарабатывать золото, создавать свой золотой запас на привлечении новых партнеров. Можете совершенно бесплатно привлекать новых партнеров и на этом зарабатывать хоть незначительное количество, но золото, свое золото. А в итоге у вас получится приличный такой золотой запас. Также вы можете заказать виза-карту этой компании и в дальнейшем расплачиваться золотом. Это очень выгодно и более надежно. Надежный вид платежной системы. Итак, сейчас смотрите, вникайте. И если вам понравится этот проект, эта компания, то вот здесь вот внизу есть ссылки, по которым можете зарегистрироваться как просто партнером или также как на основную программу и зарабатывать на этом себе золотой запас, как я уже сказал. Итак, приятного просмотра. С вами был Садрыгин. Всего хорошего. Желаю вам успехов и процветания. Пока-пока. Допустим, вы уже зарегистрировались на сайте BitGold, создали свой аккаунт, активировали его, и вы попали в ваш профиль, и что нам делать дальше, как на нем заработать. Если вы нажмете вот на это сердечко, да, тут есть ссылочка для приглашения людей, и тут и пишет, что за каждого приглашенного человека вы получите 90 центов, почти $1 за одного человека. Да, это много, но мы можем заработать еще больше. Мало кто знает, что у сайта BitGold есть второй сайт, отдельно сделанный для того, чтобы приглашать людей, где есть и баннера, и все остальное. Вот этот сайт, ссылка на него будет в описании. И на этом сайте уже написано КПА 5 канадских долларов, что равно 3 долларам и 70 центам. То есть за одного приглашенного человека, который просто зарегистрировался, активировал имейл и телефон, вы получите 3 доллара и 70 центов. Давайте я вам покажу. Так, посмотрим сюда. Вот у меня люди регистрировались, вот за каждого 3 доллара и 78 даже центов, да, почти 4 доллара за одного человека, просто за то, что он зарегистрировался и активировал аккаунт, без пополнения счета, без ничего, просто за простую регистрацию. Это просто замечательно, просто уникальнейшая реферальная система, да. Такого я еще не встречал, и поистину уникально. Итак, регистрируйтесь на сайте BitGold, после чего вы регистрируете отдельный аккаунт на сайте BitGold для приглашений. Как это сделать, я покажу через пару секунд. Для начала покажу небольшой обзорчик кабинета. Это есть весь сайт, весь кабинет, тут показываются клики, да, показы и выплаты. Так, а также, если вы нажмете вот сюда, тут вы найдете вашу реф-ссылку. Я рекомендую нажать на кнопочку, вот на эту кнопочку, чтобы вы получили короткую ссылку. И по этой ссылке будет считаться все клики, а то по этой иногда не считается почему-то. Неважно.
И снизу вы можете найти баннера всех размеров, ну не всех, но практически. Вот, что хотите. Какие баннера хотите. Давайте посмотрим это, к примеру. Вот, к примеру, такой баннер. Вот, можете взять HTML-код или просто сразу ссылку на баннер. Вот он тут. Следующий баннер и так далее. Так, закроем. Вот, нажимаете на Get Code. Все, копируйте или просто копируйте вот так ссылку на баннер и далее уже сами знаете, что делать. Но это есть ссылка для приглашений в вкладочке Reports Conversion. Так, Reports Conversion Report. Вы увидите все ваших приглашенных людей, которые зарегистрировались. Тут есть и их IP адреса. Хочу обратить внимание, что регистрацию люди должны провести именно до конца, а именно просто активировать email, да, по email придет письмо для активации аккаунта, и дальше придет на телефоне SMS с кодом, который они вводят, и все, аккаунт активирован, и вы получите ваши почти $4 за одного человека. Да, вот такие дела. Очень интересный и любопытный сайт. Дальше, давайте посмотрим, как зарегистрироваться на сайте Affiliate BitGold, который отдельно, да, у нас для приглашений. Вот, при нажатии на ссылку вы попадете вот на эту страницу. Вы нажимаете вот сюда. И вам нужно пополнить все эти поля. Там, где есть звездочки, обязательное поле, да? Я думаю, вы справитесь, тут ничего сложного, но вводите ваши реальные адреса. Да, если я не сказал, не знаю. Этот сайт и сам сайт BitGold разные аккаунты, да? Они связаны автоматически только через ваш IP. И все как бы. Ну, так, видите, тут все адреса, все, что надо. И вот спускаемся внизу. Ваш веб-сайт. Как мы видим, тоже есть звездочка. Ну, ставьте ссылку на ваш YouTube-канал или, не знаю, куда вы будете рекламировать вашу ссылку и так далее. Откуда у вас появится трафик на BitGold? Также ставите сайты, на которых вы будете делать рекламу для привлечения пользователей или ссылку на соцсети, да, и так далее. Просто пишите Facebook, там ВКонтакте, YouTube, Google AdWords там для рекламы и так далее. Что у вас есть для рекламы, все что угодно, ставьте тут. Дальше, тут нас спрашивает, почему люди захотят интересоваться золотом. Ну, и вы, не знаю, пишите что угодно. Пишите, например, потому что на этом сайте легко их купить. И возможность купить за биткоины. Если не знаете английский, просто через транслейтер хоп-хоп перевели и написали вот тут. Дальше. Что вас привлекло в сайте BitGold? Пишите просто, что захотите, что напридумайте. То, что легко, легкий способ купить золото, да, доступный способ через биткоины и так далее. Так, если есть у вас банковский аккаунт, пишите да, если нет, нет, и все. И тут ставьте ID вашего паспорта или бюллетена. Это обязательно, поскольку модератор проверяет все это и активирует ваш аккаунт, после чего нажимаете вот галочку и sign up. Далее вы ждете email с подтверждением, что ваш аккаунт был активирован, и вы можете заходить на сайт. Это занимает от одного дня
что неделю, да. У меня это прошло где-то 5 дней, после чего мой аккаунт был активирован. Однако, я не получил email, что с подтверждением, что мой аккаунт был активирован. Я просто ввел мои данные, и я увидел, что мой аккаунт был активирован. То есть, иногда проверяете, вдруг сообщение до вас не дошло, а аккаунт был активирован, да? Так что иногда просто заходите и проверяйте. Вот, что еще хотел сказать. Так, на самом BitGold тут регистрация очень простая. Email адрес, пароль, создать аккаунт и далее уже по инструкции там справитесь. Но что еще? Для получения этих самых денег, вот раз в месяц, вот я за август, получил $173 отсюда. Они с автоматом пришли сюда, $173 мне на баланс, и после чего я уже пополнил мою карточку, которую я уже получил. Можете посмотреть в прошлом видео об этом. Так что, что я хотел сказать, да, в настройках, тут есть вот такая настройка, есть кнопочка Identity, нажимаете сюда, и загрузите документ с вашим удостоверением личности или паспорт, то, что вы указали при регистрации на вот этом сайте, да, на Affiliate BitGold. То есть, чтобы это был один и тот же документ. И все, просто загрузите его, и все. Скан вашего документа. Ничего тут особого сложного как бы и нет. Все очень доступно. После чего вы можете уже заказать карточку, нажимаете вот сюда. И далее по инструкциям там справитесь. И все, через максимум месяц вы получите вашу карточку. И там в инструкции будет написано, что делать дальше. Как активировать карточку, тоже особо ничего сложного нету, вы справитесь с этим. Советую письма от BitGold, которые будут приходить, вот там будет вот такой код, я сам не знал, что мне этот код будет понадобиться, я потом еле-еле нашел это письмо с этим кодом, так что письма, которые приходят от BitGold, просто сохраняйте их. Ставьте звездочку как важные письма, и потом, чтобы вы находили эти самые письма. Вот, собственно говоря, на этом все. Хотя нет, что еще хотел сказать. Выводы с этого сайта идет 2 раза в месяц. После первых чисел, с 1 до 6, по-моему, числа каждого месяца. И в середине месяца с 15 до 19 где-то так приходят выплаты. Вот у меня за этот месяц пришли, за прошлый месяц пришли 4 сентября. Да. Так, минимальный вывод тут я не помню, в правилах не помню, но где-то я читал, по-моему, $100 или даже меньше. Но не суть важно, так как $3 за одного человека. Вы запросто наберете гораздо больше. Тут в настройках есть вкладочка Billing, что означает да, выплаты. Можете заполнить это поле, там есть вводите ваши данные, чтобы вы получили как бы чек. Я думал, что я получу чек, который смогу обналичить в банке, но оказалось, что деньги просто перешли на этот аккаунт. Так что, но все равно заполните этот адрес, чтобы просто было. И все, сюда если вы нажмете, вы найдете вашу реф-ссылку еще раз, все баннера и так далее. Все как бы объясняйте вашим рефералам, как регистрироваться, дайте им ссылку. Повторяю еще раз, эту ссылку не надо использовать. Если ваш реферал зарегистрируется по этой ссылке, вы получите только 90 центов. Поэтому дайте им ссылку с этого сайта, и они попадут все равно вот сюда, на этом сайте, а вы получите $4.
Все, ничего особо сложного тут нету. Если у вас что-то не получается, если есть вопросы, пишите в комментариях под видео или на группе ВКонтакте. Я, когда смогу, отвечу. Стараюсь отвечать всем, помогать всем. Спасибо за просмотр. Надеюсь, у вас все получится. Приглашайте людей. Я, кстати, планирую купить золото, то есть физическое золото. Хочу получить от них. Для этого нужно минимум 10 грамм золота. Хочу накопить 10 грамм и получить физическое золото. В этом мы можем сделать вот на эту кнопочку. Physical Gold, да? Жмете сюда, Next. И тут автоматически уже с вашего баланса. Да, и Next и так далее. Вот минимум 10 грамм золота вам нужно для этого. Так что я думаю накопить и заказать. Потом покажу вам, что из этого вышло. Ну, думаю, это будет не скоро, пока дойдет это самое золото и так далее. Много нюансов. Но самое главное, что все работает. Вот деньги пришли, деньги на карточке уже. Все, могу их тратить далее. Я на этом ничего, на этом сайте ни копейки не внес, ничего не потратил, да? Все вот за счет приглашений. Вот, так что всем спасибо и всем удачи, и приглашайте людей, и зарабатывайте. Всем пока.